Всем привет, с вами Каз. Принесли Nokia 206, значит, с дефектом не работает сим-карты, ни первая, ни вторая не видит. Значит, что же я сделал? Я значит, здесь находится рядом с разъемом первой сим-карты находится чип, который отвечает за две симки. Я ее заменил. Значит, заменил на другую, бесполезно, как бы не дало результатов. Потом по схеме просматривая, я увидел этот кристаллик. Вот она схема, значит, вот вторая сим-карта, вот первая сим-карта, вот тот чип, который я говорил, отвечает за две сим-карты, я ее пытался менять, не получилось, называется она D2750. Это не дало результатов. Значит, кристаллик, о котором я говорил, это R2750. Вот об этом кристаллике я и говорю сейчас. Так, этот кристаллик поврежден. Значит, он как раз таки по цепи идет на первую сим-карту. Его небольшой угол отломлен. Я сейчас собираюсь ее заменить с другого телефона. Буду отпаивать и менять. Значит, температура фена у меня 355-356 градусов, как всегда. Значит, поток воздуха я всегда ставлю наполовину. Давайте я гнездо камеры закрою, чтобы не спалить там пластмассины. Вот я снял этот чип. Вот оно маленькое, многоножечное. Теперь я это место очищу и с другого телефона сниму и буду ставить. Очищаю я оплеткой. Все, я это местечко очистил, думаю, что вам видно, она чистая стала. Так, поискал, значит, в телефонах, значит, данную микросхему можно взять с Nokia 6300, по-моему, но у меня этой схемы нету на данный момент, то есть платы. Также я нашел, что можно вместо данной стекляхи поставить перемычки. Так вот выглядит то место, где на плате стоял кристаллик, так скажем. Значит, так как я не имею данного кристаллика и негде его взять, я, значит, заменю этот кристаллик перемычками. Перемычки нужно делать между контактами вот так. Раз. Давайте я потолще сейчас вам сделаю. Смотрите. Раз. Потом вот так, и вот так нужно перемычками соединить, и тогда ваша сим-карта заработает. У меня есть вот такие вот, скажем, моточки проволоки от динамиков Nokia. Вот с него-то и возьмем, и будем делать перемычки.
Первую сделал. Берем наш скальпель и разрезаем. Продолжаем. И последнюю перемычку сделал. Все. Теперь я соберу телефон и покажу вам результат. Так, вот телефончик собрал. Сим-карту сейчас. Сим-карту вставим. Вот он включился, не запросив сим-карты. О том, что сим-карты нет. То есть сим-карту он увидел. Защитный код стоит. В общем, смотрите. Так, поближе. Антенну вы увидели, да? Вон антенна есть. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.